В эфире новости спорта, подготовленные агентством «Тюменская арена». В студии Иван Лобов. Здравствуйте. Золотую медаль Кубка Европы среди дзюдоистов до 18 лет завоевала табалячка Любовь Орлова. Сибирячка в ходе турнира, проходившего в Туле и собравшего молодых борцов из 19 стран, добилась победы в категории свыше 70 килограммов. В финале ей понадобилось всего 1 минута 14 секунд, чтобы ипоном одолеть спортсменку из Магнитогорска Викторию Соколову, которая на первенстве России 2017 года стала бронзовым призером. Легкоатлет Даниил Баганов выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы среди глухих спортсменов в Беларуси. Сейчас 25-летний спортсмен готовится к штурму новых высот чемпионату мира и сурдолимпиаде 2021 года. Бегом тюменец Даниил Богданов просто живет. Даже после больших побед не дает себе послаблений и тренируется дважды в день. К легкой атлетике его подтолкнул друг детства Владимир Весели, который ныне возглавляет Федерацию спорта глухих Тюменской области. В спорт я его привел, уговаривал несколько дней, чтобы он пошел спортом заниматься, так как я занимался легкой атлетикой и хотел, чтобы он рядом был и занимался со мной. В Гомеле на чемпионате Европы среди глухих легкоатлетов самый большой успех пришел к Даниилу Баганову на дистанции 3000 метров. Сибиряк попытался с первых минут занять полпозицию, но далее пришлось зацепиться за лидирующим дуэтом поляков Михалом Войцеховским и Адрианом Марцинкевичем. Так забег и завершился. У Баганова бронза. Мы очень дружные, общаемся очень хорошо, так что никаких враждов нету. Мы всегда общаемся с иностранцами, не политики, это дело спортивное, и мы не смотрим политику. У каждого свой язык жестов международный, и мы общаемся по международному языку. Всю свою карьеру Баганов занимается у одного тренера, Ивана Скурихина. Именно он увидел у некогда полненького юноши задатки и характер чемпиона. Иван Валентинович – призер двух сурдоолимпийских игр. Как никто другой знает, подход к глухим легкоатлетам. Однажды Даниил даже бросал спорт и уходил работать на автомойку. Но Скурихин сумел достучаться до него, и они продолжили штурм спортивного олимпа вместе. Беру маленьких, 12 лет, собирает в сентябре набор и тренирует. Город маленький, взрослых мало, глухих. В основном все работают. Трудно привлечь их в спорт. Сам пришел в школу, посмотрел ребят, которые занимаются на физкультуре, и смотрит, кто способен, кто нет. Спорт глухих в Тюменской области, помимо легкой атлетики, хорошо представлен в дзюдо. Работа в этом направлении, как и возможности слабослышащих, безгранична. Но местные энтузиасты доказывают, что границы существуют лишь в голове. В Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам NY Challenge 90. Главным событием вечера стал бой чемпиона М1 в полусреднем весе Алексея Кунченко против опытного Александра Бутенко. Тюменец, представляющий команду «Новый поток» и школу единоборств «Шторм», к поединку готовился в тренировочном лагере «Тайгер» в Таиланде и работал там с несколькими спарринг-партнерами. Они были выше, они больше весили меня, где-то превосходили примерно на 10 килограмм, 96-93 килограмма. Выбирал борцов крепких, и вот с ними я работал, они мне помогали. Ну и помогал и Павел Гордеев приезжал, он мне тоже помог именно в плане тактически подготовиться. Какие он приемы делал, мы только технические моменты отрабатывали, потому что он на килограммов 5-6 меньше меня и весит. Ему смысла нет меня как-то физикой давить. Вот именно на тактику, именно план на бой вырабатывали. Первый раунд оба соперника посвятили разведке, после чего тюменец пошел в атаку. В конце третьего раунда Бутенко попытался извлечь выгоду из действий в партере, но значительного преимущества не добился. А когда бой вернулся в вертикальную плоскость, Кунченко нанес несколько разящих ударов. Они и стали решающими. Технический нокаут. Я всегда готовлюсь к пяти раундам, потому что неизвестно, что как будет. Нельзя запланировать нокаут. Как ты его запланируешь? Здесь уже по обстоятельствам. Она само по себе получается. В рекорде Кунченко, который задумался о выступлении в UFC, уже 18 профессиональных поединков. Во всех Алексей держал победу. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать, зайдя на наш сайт asnta.ru. До свидания.